A couple of the songs, like the ones he sang the other night, were great. The ones he likes. Whichever ones he likes. The long or short. Anything just, he wants. Just whatever ones. Maybe, his heart. Yeah, whichever ones are most important to him. But we'll film maybe a couple different ones. Okay, well then what, I like the ones he sang at Sergei and Sano's the other night. And what I heard at the night before that party were fantastic. Yeah, he wants to sing one song just to try to sound check. Da-da-da. Небо своротить охота, да сюда рак.
знаю, где вся к себе голова. Нынче страшный зуд, набери меня, голова. Нынче скудный день, горе горно, да смех меха. Спинем на плетень горло красного петуха. По миру отдам, значит, сберегу. С ниточки по миру, да что я еще могу? Сбери я с ног, да брось меня в пот. Таков лоб, таков и приход. Но дай восход, и я его подожду. Готована всем, кому вольготно, мне с моею милою рай наш обошит. У меня есть все, что душе угодно, но это только то, что угодно душе. Да чтобы пятки не жгли угли, да не пекло зала. Да не рубиться бы в рубли, да зла не искать бы зла. Я тобой дышу, но прости, мне сны не житье. Я не погрешу против истины, согрешив за нее. Мы облучены, но я иду на звон струны из твоей косы. Мы обручены, и скоро время задут часы. Время выйти в лес, где поляны твои святы. Времени в обрез цветы и еще цветы. Я тебя люблю, и я уйду, раз уж я пришел. Я тебя люблю, по коленам мне твоим травам. Здесь славянским словом молва, как все хорошо. Славно на земле, где всяк, всему голова. Я тебя люблю, и в облака смотрю свысока. Весело ли грустно, да по Руси, по руслу течет река. Как течет река в облако, да на самом дне. Мечется огонь, и я там пляшу в огне. Да-да-да, хорошо.
наверное, иметь. Я пойду смотреть, как твоя вдова. В кулаке скрутила сухую грудь. В кулаке скрутила сухую грудь. Уронила кружево до зари. Подари мне посох на верный путь. Отнесу ей постные сухари. Отнесу ей черные сухари. Раскрошу, доброшу до самых звезд. Золотые дни завернут в три шкуры, да все ребром. Не собрать гостей на твои огни. Храни нас, Господи, храни нас, покуда не грянул. Мой влас песней на ветру. Положи ей властью на имена. Я пойду смотреть, как твою сестру кроют сваты в темную, в три бревна. Как венчают в сраме, приняв пинком. Синяком суды, тареги времени. Но сегодня вечером я тайком отнесу ей сердце, летящее с яблок. Возьмет на зуб, да не в вас, а в кровь. Коротки причастия на Руси. Не суди ты нас. На Руси любовь испокон сродни всякой ереси. Испокон сродни черной ереси. На клинках клялись, пели до петли. Да с кем не курались, да где не колеси. А живи как есть, в три погибели. Черный дождь, как присело солнце с пустым ведром, русую косу правит вечный пост.
писали вилами на роду. Пусть пребудет всякому понутру. Да воздастся каждому по стыду. Но не слепишь крест, если клином клин. Если месть, как место на звон мечом. Если все вершины на свой аршин. Если в том, что есть, видишь, что почем. Но серпы в ребре, да серебро в ведре. Я узрел, не зря я воль яблока. Господи, смотри, видишь, на заре. Ведет к роднику быка. Молнию замолви, благослови. Кто бы нас не пас худом добром. Вечный пост, умойся в моей любви. Небо сообщи. Ванюша бережку вдоль синей речки. Как водил Ванюша солнышко на золотой уздечке. Душа гуляла, душа летела. Капля крови на нитке тонкой уже сияла, уже блестела, спасая душу, врезалась в тело гуля Ваню. Обрывом раскинул руки, то ли для объятия, то ли для распятия. Ваню солнце на
на серебряных подковах. И от каждого копыта по дороге разбегалось 25 рублей целковых. Гуляй, собака, живой покуда, без песни в драку, от драки к чуду. Кто жив, тот знает, такое дело, душа гуляет и носит тело. Водить с любовью, любовь вонюха, не переводят единым духом. Возьмет за горло и пой, как можешь, как сам на душу свою положишь. Она приносит огни и хлеба, когда ты рубишь дорогу к небу. Шальное сердце, руби в окрошку, рассыпь гармошка, рассыпь гармошка. Дорожка. Так пляс ноги, а кровь играет, душа дороги не разбирает. Через сугробы, через ухабы, маленькие девки, ложитесь в бабы. Ложись, кобылы, умри, старуха, вонюхи силы. Гуляй, вонюха. Ходи в присядку, рвани уздечки и душу в пятку. Кто жив, тот знает, такое дело, душа гуляет, душа гуляет, заносит тело. Ванюша, пей да слушай, одного теперь живем, непрописанную душу, а не махом оторвем. Хочешь в ад, хочешь в рай, куда хочешь, выбирай, да нету рая, нету ада, никуда теперь не надо. Вот так штука, вот так номер, да-да, подпись и печать, и живи, пока не помер, по закону отвечать. Мы с душой, нонча врозь, пережиток волчьем, оторви ее да брось ножками потопчем. Нету мотива без коллектива, а какой коллектив, такой выходит и мотив. Верь, держи, а то помру по страте момента. В церкву едут поутру все интеллигенты. Были к дьякону, к папуле, интересовались, синее небо вниз тянули, оторвались. Душу брось, растопчи, мы слюною плюнем, а за место той свечи кочергу засунем. А Ванюша припасла снегу на закуску, я 40 градусов тепла грею душу русскую. Да не сестра, да не жена, наверное, отдушина. Да не сестра, да не жена, наверное, отдушина. Не сестра, да не жена, наверное, отдушина. Да не сестра, да не жена, наверное. Вечер дожидался Ивана у трактира красное солнце. Колотило снег копытом и летели во все стороны червонцы. Душа в загуле, душа в загуле, да вся узла. Да вы ж задули святое пламя. Какая темень! Здесь где-то вроде душа гуляет, так кровью бродит, умом петляет. Чего-то душно, чего-то тошно, чего-то скучно,
всем тревожно. Оно тревожно, страшно, братцы, да невозможно приподниматься. Да может, Ванька чего сваляет? А ну-ка, Ванька, душа гуляет! Рвани, Ванюша, чего не в духе? Такие лужи, при чем тут мухи? Не лезьте в душу! Не лезьте в душу, катитесь к черту! Гляди-ка, гордый! Гляди-ка, гордый! Кто по счету? С вас аккуратом ногти начищать! С вас аккуратом выходит тысяча! А он рукою за телогрейку, а за душою на копейки. Вот тот воин из грязной плоти, он в водке тонет, сам не платит. И навалились рвут рубаху, и рвут рубаху, и бьют сразу маху. И воин глухо, литые плечи, держись, Ванюха, они калечат! Разбили рожу, разбили рожу мою хмельную, убейте душу мою больную. Вот вы запели, вертели клювом, да вы не спели, а я спою вам. Как ходил Ванюша бережком вдоль синей речки, а как водил Ванюша солнышко на золотой уздечке. Да захлебнулся, пошла отрава, под не летела с несли в канаву. С утра обида и кашель с кровью, и панихида у изголовья. И мне на ухо шепнули, слышал, гулял Ванюха. Ходил Ванюха, да весь и вышел, я с шапки к дверям. Да что ты, Ванька, да я не верю. Эй, Ванька, Танька! Печаль нема, не видя звезд, горят кастрюли, и потряхнется, не понимая, не понимая, зачем зарыли. Пройдет вдоль речки, да темным лесом, да темным лесом поковыляет и из лесу выйдет, и там увидит, как в чистом поле душа гуляет, как в лунном поле душа гуляет, как в снежном поле душа No, fine. Еще будешь писать дальше?
take a break in between or anything, make sure he knows, right? Sasha? Mm-hmm. If he needs to take a break or anything in between, I mean, he's... I'm fine as long as he's fine. Still stopped, mm-hmm. Говорит, что, ну, она хочет еще. What does he say? He said, it depends on you. If you want. I'm fine. Just, he goes by... He's fine also. Okay. Thank you.
еще хочешь снимать? Do you want one more? Sure. Yeah. One more. Sure. Do you want to pull that chair? Put the chair to the side so I can get you guys watching. Oh, yeah. About
абсолютно. Есть вещи, которые можно не писать, есть вещи, которые нельзя не писать. Вот. Когда... He starts to write this song. Спрашивает, каким образом вообще знакомиться? У тебя есть что-то выпущенное, или же все, или ты как-то это записываешь и распространяешь, или мне? Я пою для друзей там, где меня позовут. He sings for friends. If they call him, invite him. He sings his songs for friends. Ну а другом я считаю любого человека, который меня понимает. And he said that friend for him is the person who understands him. И я думаю, что друзей все больше. And he believes that friends that a lot of, that he has a lot of friends. But his poems have been written down on paper, yes? Что не записано типа? Нет, я не готов. He said he doesn't write. Well, he writes, then. Ну вот сама и спросила, о чем же ты, собственно, и поешь? Да. О чем? Да. Русский. Russian soul. Не, вот я даже не знаю. О чем? Тебе это же. Yeah, about soul, first of all. About soul and about Russian soul. It's our. О себе в основном пою. About him. То, что внутри, вот о чем же я могу быть на себя. What? Inside living. Yeah. Have any, has he been influenced by any Russian poets or singers or poets from the West? У тебя есть, ты вообще как, у тебя есть влияние каких-то русских поэтов на тебя или западных каких-то поэтов? Как ты считаешь? Как я считаю? Я думаю, все, что мы есть, это так или иначе формы какие-то влияния. He said that all we are, it's a sum of influences. Это есть влияние любви. Там, где я нахожу любовь. It's the influence of love, first of all. То есть не зря же люди жили, скажем так. He said that, они влияют на меня и на сотни других, на тысячи, на миллионы. All the people are, they influence. What does he think about people in the West hearing his music? Even though they can't understand his lyrics, I think people can feel by the way he's singing. It really moves people. Что ты думаешь, люди будут испытывать, когда они будут там слушать это дело? Даже не зная, допустим, языка, но по подаче буду чувствовать, что это не просто так, понимаешь? Вот как тебе? Я думаю, что поймут. He believes that they will understand. Я хорошо понимаю англоязычную народную музыку. He said even he doesn't know language English, he understands the best of English poetry. Вот, не знаю, о чем там поется. И я считаю, что корень -то один и тот же. Корень, все дело в корне. He said that, знаешь. All the main thing is the roots, you know? And we have one, our folk has one root. What does he think about? Yeah, the main interpreter. Yes, to interpret. I mean, I'm an electrician. Boris, ask him, what does he think? Maybe, Joanna, maybe have his chair sit over a little bit to the corner there so I can get you all in talking. Just move the whole chair. There? There, too. Yeah. Sasha, can you put my cameras on the ground? What is his on the ground? Yeah. Just under the table. Does he just think about the future or does he just think about the future? And move the wine bottle? One is here, not on the home, but
never been married, Sasha? Ну, у меня нет цели. Ты, меня нет цели. Ты женат? Никогда не был женат. Нет. No. Has he been in love? А любил? Люблю и буду любить. And loves and will love. Но цели нет. Даже что? Какая может быть цель? He has no purpose. He's concrete purpose. He has no concrete. Потому что любая конкретная цель, она предполагает, то есть человек сразу думает, что ее надо как можно скорее достичь. И поэтому начинает бежать, не замечая ничего вокруг себя. He says that the man, well, if he see concrete purpose, he starts to hurry. To this purpose, you know. Yes, yes. Now, is he? What are the officials that have heard him singing or that know about him from all these people? Has he had any problems with the government? Как у тебя какие-то проблемы есть с официальными органами, которые слышали вообще твои дела? Стычки? Нет, нет. No problems. Would he ever want to be an official poet? Ты хотел бы? Нет. Ну что значит официальный поэт? Вы точно думаете? Что значит стать официальным поэтом? Профессионал. Я был бы рад, если бы мои песни, скажем, записала фирма «Мелодия». Почему бы и нет? За то, что я делаю. He would be glad if «Мелодия» would make a record of his songs without any without any inclusions, you know. Это бы означало какую-то перемену в том, что вокруг нас, но я не верю. Это перемена. It would mean changing of something around us. Но я не верю. But he doesn't believe. Поэтому. In changes. А в той ситуации, которая есть, я не хотел бы стать официальным поэтом. In situation now, he doesn't want to be official poet. Yes. If Russia changes, maybe another time. Yeah. Никто ничего не будет видеть. Just ask him if there's anything else he wants to say. You know, if this is shown on American TV and we're speaking about it, if there's anything else he wants to speak about life. Все, да, представь, что сейчас все это будут показывать по американскому телевидению, что бы ты хотел по этому поводу высказать. Раз у тебя есть такая возможность. Да, сложный вопрос. Столько много какие-то сказать. Ты не знаешь, что такое? Да нет, мы все живые люди. Теперь мы будем говорить. Что дальше? Well. Не знаю, очень трудный вопрос, что бы я сказал американцам. Я никогда не думал об этом. He didn't ever thought about what to say Americans. Я знаю, что там нашлись бы люди, которые меня поняли, точно так же не поняли бы. Там бы нашлись у меня и друзья, и... He believes that it would be a lot of friends in America for him, and a lot of simply good people. Америка очень далеко, я туда никогда не попаду. He said that it's very far, and he maybe... Я рад, что я живу в России, и дай Бог мне здесь умереть. He's glad living in Russia and wants to die here. Здесь очень весело, на самом деле. It's a very funny place. Да, да. But he'd like to travel to other countries? Тебе нравится? Хотел бы путешествовать? Да, я и путешествую. Everybody wants. За границу, в какие-нибудь другие страны? В общем, да, конечно, хотел бы. Смотри, помнишь? So Sasha, when he meets people even here, what is it, something that he wants to express to them or tell them? Is it just sort of the love and good feeling he just wants everyone to have? Когда ты с людьми разговариваешь, вот представь здесь, допустим, с друзьями просто, что вот ты им хочешь в первую очередь вообще сказать? О чем ты с ними говоришь?
том, что у них болит. About their pain. Mm. So what's more important to him? Is the poetry more important or the singing? Or just both of them combined? Что наиболее важно? Подача твоя, пение твое, или же твоя сама поэзия? Ну, спирит, дух. То есть я, спирит. Потому что все важно. Конечно, это трудно разделить. He said it's very... He can say what is more important. Ну, когда-то я думал, что стихи важнее, то есть... Well, some time ago, he thought that poetry is the main thing. Я обращался к разуму. He tried to do different things. А теперь я понял, что нужно обращаться к душе. He said that now he listens only his soul. Anything else, Jim? Sasha, anything you can think of that we haven't asked that would be important to ask? Well, it's very difficult because we're friends and we spoke about a lot of things. Where was he born? Just so. Где ты родился? Город Череповец, Вологодская область. It's well, the region, a small town. In northeast. Does his parents are just singing in his poems? Кто из семьи поет? Нет. Пишет? Нет. Если ты когда-нибудь начнешь все-таки путешествовать, то они тебя приглашают. Спасибо. Струны там еще какая-то фигня. Ну то есть, что тебе в общем-то необходимо в первую очередь? Если это проблема, то будет. Yeah, the same problem as mine. With his teeth. But beside that, not many problems, no? Ну, а кроме этого, да нет. No problems. He's very happy, yes. Mm. He looks very happy. He seems like a very happy person. Yeah, he's a happy person. He has something to say. It's the main. So he doesn't have a regular job at all, right? У тебя нет официальной работы никакой? So he does. He does the same way these guys do. Thank you.
девочки споет вместе, чтобы распеться. Yeah, he wants to sing one song just to try to sound check. Да-да-да. Da-da-da. A couple of the songs, like the ones he sang the other night, were great. The ones he Sergei likes. And Sana, whichever ones he likes. Long or short? Anything just, he wants. Just whatever ones maybe, are close to maybe, his heart. Yeah, whichever ones are most important to him. То, что тебе ближе. But we'll film maybe a couple different ones. То, что важнее для тебя. Thank you.
Okay, well then what, I like the ones he sang at Sergei and Sano's the other night. And what I heard at the night before that party were fantastic. Ну, они говорят, что все здорово. Какая разница? Есть гимны. То, что Саны пел, было здорово. Страшный зуд, набери меня, голова. Нынче скудный день, горе горно, да смех в мехах. Спием на плетень горло красного петуха. Свиточки по миру отдам, значит, сберегу. По миру, да что я еще могу? Сбей я с ног, да брось меня в пот. Таков лоб, таков и приход. Но дай восход, и я его подожгу. Воля уготована всем, кому льготно. Мне с моею милою рай на шабаше. У меня есть все, что душе угодно, но это только то, что угодно душе. Да что вы, пятки, не жгли угли, да не пекло зала. Да не рубиться вы в рубли, да зла не искать вы зла. Я тобой дышу, но прости, мне сны не житье. Я не погрешу против истины, согрешив за нее. Мы облучены, но я и